Здравствуйте! В этом видео я покажу, как я изготовил эту вазочку из каргача с помощью одного самодельного резца. Как я сделал этот составной фасонный резец, показано в моем видео. Адрес есть в описании. Из этого полена буду делать вазочку. Но вначале обровняю ее, потому что здесь вот жуки лазили. Неровности. Работать буду таким вот самодельным фасонным резцом из быстрореза. Я его недавно сделал, опробовал, но не работал. Вот такой вот фасонный резец. Буду с ним работать кругом, делать все операции. Никак не удаляется вот здесь вот трещина. Придется еще сторцовывать. Никак не могу удалить трещину, но может быть здесь как раз будет выборка в вазе. Пока оставлю так. Дефектов еще много. Пора заготовку переворачивать. Этот хвостик отпилю ножовкой. Перезакрепил. Также обработаю вот эту сторону. Также отпилю эту часть ножовкой. Это у меня будет верхняя часть вазочки, это нижняя. Теперь, значит, сделаю канавку с торца, выборку, чтобы осталась центральная часть, за которую потом кулачками и возьмусь вот так вот, чтобы обрабатывать потом вот эту часть. Также подпираю центром. Теперь закреплю вот за эту часть, вот так вот, и буду обрабатывать нижнюю часть вазочки. Вылет большой очень, поэтому надо будет очень осторожно здесь работать, пока центром не подпираю.
Теперь подожму центром задним. Так будет надежнее. Теперь начну обрабатывать среднюю часть вазочки. Пока среднюю часть больше обрабатывать не буду, потому что сейчас надо обрабатывать внутреннюю часть там, и придется браться за это место. И чтобы здесь не оставалась тонкая часть, пока вот больше не буду обрабатывать. Обработаю внутреннюю часть вазочки, сколько это будет возможно. Измеряю толщину стенки специальным толщиномером. Прежде чем удалять вот эту часть, обработаю еще вот здесь вот. Теперь можно стачивать вот эту часть.
Обработаю шкуркой. Теперь необходимо обработать нижнюю часть окончательно. Для этого надо взяться вот за верхнюю часть вот так кулачками. При этом из-за того, что стенки тонкие, эти стенки могут лопнуть. Вот так. Поэтому сюда необходимо что-то вставить. У меня вот уже была такая заглушка. Вот так вот заглушку вставить. Вот. И теперь можно закреплять. И вазочка не лопнет. Обработаю нижнюю часть вазочки окончательно. В этом месте сделаю более фигурно. Все, вазочка готова. И пробка выскочила сама. Вот такая вот получилась вазочка из карагача. И сделал я ее с помощью такого вот самодельного резца. Одним резцом все сделал, со всех сторон, и внутри, и наружу, и все эти переходы, все радиусы. Все сделал с помощью одного такого вот резца. Вазочку покрою минеральным маслом для разделочных досок. Текстура дерева проявилась лучше. Вот такая получилась вазочка, которую я сделал на токарном станке одним таким самодельным фасонным резцом. С
Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал.